Короче, слухи. За всю свою карьеру Мария Шукшина оказывалась в центре разных скандалов. Чаще всего репутация актрисы страдала из-за семейных разногласий, которые привлекали внимание общественности. А недавно в СМИ появилась информация о том, что сестра Марии, Ольга, снова подала на нее в суд. Статья о предстоящем судебном разбирательстве, касающемся прав на наследие Василия Шукшина, была опубликована на официальном сайте Таганского районного суда. По недавним данным, в прессе появились даже утверждения о задержании Марии полицией. Однако подробности о происшествии не были разъяснены. В последующем удалось связаться с адвокатом семьи, который не подтвердил и не опроверг разговоры о том, что Марию доставили в полицейский участок. В то же время адвокат также не располагает информацией о местонахождении старшей дочери Лидии Николаевны и не имеет информации о ее задержании. По его словам, «Мы такой информацией не располагаем, ни Лидия Николаевна, ни Ольга Васильевна», — коротко ответил адвокат. «Что скажете?» «Любите свою жизнь».